تهرب يا نايرة. Так, Корсику мы забрали у французов, теперь они ее будут отбивать, пытаться. Tapas em frente! Senhor, às suas ordens! Не знаю, Комодус. Ну, на самом деле, если уж так посмотреть, что у них тут есть. Видимо, они не были уверены в своей победе, поэтому не атаковали. Кавалерия. Ополчения много у них, видишь? Ополчение, 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 одно ополчение. И легкая пехота. Легкая пехота и ополчение. Поэтому и побоялись атаковать полк с артиллерией, с регулярной пехотой, морской пехотой и фюзелерами. Ну, возможно, это была их ошибка, конечно. Не факт, что они победили, если бы атаковали, но потери нанесли бы больше, это факт. Да, не знаю. Меня, в принципе, интерфейс устраивает. Точнее, ну, я никакого такого дискомфорта не чувствую. Так, база снабжения. База снабжения. Здесь надо ставить форт. Здесь у нас большое поместье. Хорошо бы. Сказной, конечно, напряг. Так, Клев. Наша следующая цель — это Клев. Клев, Клев, Клев. Так, с Нидерландами мы не воюем, да? Все нормально. Ух, ё-моё, сколько гренадеров. Армия, состоящая из гренадеров. Их вообще нельзя будет подпускать очень близко. В рукопашке разобьют все. Все и вся. Хотя у нас тоже, ну, у нас 3 батальона гренадер здесь. Фюзелеры тоже не лыком шиты наши. Они в рукопашке хороши. Но все равно опасаться стоит. Привет, стратег. Так много арты.
Это мы Париж штурмовали. Поэтому так много осталось. А там был бастион. Ну а потом армии разошлись по разные стороны, так обстоятельства сложились, и получилось в одной армии много арты. Не. Картечь хорошо работает в плане подавления морали. В плане того, чтобы она сносила что-то, нет такого, чтобы она сносила пол отряда конницы. Картечь, например, залп 4 орудий на среднем расстоянии. Что за мерзкая погода? Сырой порох означает верный промах, месье. Вот именно. На среднем расстоянии снесет где-то, ну не знаю, по-разному. Человек может 10-15, а тут в отряде до 500. Ну и сам понимаешь, 500 человек, а снесет 15. Но на мораль это колоссально влияет. На мораль колоссально влияет. Ну может не 15, может там 30. Тут посмотрим, понаблюдаем, но потому что здесь баллистика ухудшена, и собственно эффективность стрелкового огня и артиллерии, она порезана. Точность там, да, траектории полета, все зависит от местности. Все это порезано, чтобы артиллерия не была имбой, и чтобы вообще она не особо-то доминировала. Здесь скорее доминирует артиллерийский маневр, да, побыстрее занять там какой-то холм, перевести артиллерию обязательно во время сражения. Там я до 3-4 раз перевожу артиллерию, порой, если бой сложный, если бой легкий, то понятное дело. Так, ладно, хватит трындить. Давайте подумаем, у нас тут сложный город такой, неприятный. Очень большое количество карты занимает город и пригород. Много зданий, артиллерия будет неэффективно работать, поэтому нам надо... Ой, к сожалению, разделить войска на два фланга, бить по флангам, да? А один фланг у нас будет генеральный, то есть мы будем наступать, второй фланг будет отвлекающий. Ну, она решает, но не имбит, так скажем. Артиллерия, без артиллерии, конечно, никуда, соответственно. Но не так, чтобы прям уж слишком. Особенно без развитых технологий. Так, ну тут на самом деле не важно, какой мы фланг выберем, он все равно переведет войска на более слабый наш фланг. То есть если мы сконцентрируемся на левом фланге, он быстренько перейдет на правый фланг. То есть поэтому начинаем расстановку. Апронтар.
Ну, посмотрим, сколько она сносит. Я на самом деле прям уж точно не могу сказать, не обращал внимания, но она, конечно, помогает. Если пехота стоит перед орудием и картечь лупит, пехота начинает бежать. Это факт. А сколько конкретно снимает, я точно сказать не могу. Но по оценкам не 100 человек там точно. Ну, в районе 30, наверное, может. Может, как-то так, примерно. Если батарея полная, 4 орудия. Да, понятное дело. Thank you.
Ну, как я и говорил, он увидел, где сильный фланг, перешел на слабый фланг, перебросил все силы. Привет, Оронт. Вот вам и точность артиллерии, к слову. Два снаряда дали осечку, один долетел до земли и вообще мимо. Вот так вот решает артиллерия. Перетаскиваем наш левый фланг на этот фланг, на наш правый фланг, потому что враг здесь обосновался. Враг тоже ведет огонь по кавалерии нашей.
ощущение, что он стреляет точнее. Точнее наша артиллерия стреляет. Так, мы пошли, почти подтянулся наш левый фланг. Вольтежеры вытянули, это выдвинулись. Вражеские. Ну, сейчас кавалерия попытаемся. Враг пошел в атаку. Батарея призыв! Ордой! Thank you.
Он через там сколько-то ходов должен, по идее, восстановиться. 2-3 хода там. Все, загнали французов в коробочку. Единственное, вот эти вот прорывы надо оккупировать. Ой-ой-ой, тут у меня еще резервы. Как раз прикроем вот этот пригород. Слишком слабая вот эта линия, надо сюда тянуть подкрепление.
Блин, нашел же узкое место тут прорываться. Ну вот залп картечи снес пехоту прям с самого орудия. Ух, ё-моё! Вот это попало вражеская гаубица. Вот такие попадания, конечно, редки, но очень эффективны. Просто разлетелся строй. Блин, ну они как-то точнее бьют, чем моя артиллерия. Наши люди бегут, месье! Дарт мод и куча маленьких модов поверх дарт мода.
падла, все долбит и долбит в эту точку. Прорвал тут фланг. Прорвался таким партизан. Пока-пока, Батусай. Подписывайся на YouTube канал. Там около 50 часов стримов по Total War. По вот этой кампании конкретно. За португальцев. Довольно-таки интересные бои присутствуют. Значит, список, да, хотел вот буквально до этого стрима составить, но не успел. Сейчас поясню. Ха, он убегает, даже артиллерию не забрал. Просто бежит с поля боя. С полным боевым духом просто сбегает. Огоним. Значит, под стримом на СК2 ТВ есть ссылка на игру, мод, Dart мод, руководство по установке мода. А также есть ссылка на
все мелкие моды вообще, которые можно установить поверх дарт-мода. Их около там 30 разных. То есть музыка, там баллистика, Grand Fleet мод, это мод на флот, добавляющий флот, уникальный различный флот. Вот попытаюсь составить, добавить на следующий стрим именно список, который у меня стоит. То есть, но в принципе вот ссылку я дал внизу на SK2TV, можете составить свой список, то есть сами посмотреть, там же написано, там этот мод делает тот, этот тот-то там, и подобрать под себя. Например, есть моды, конкретно добавляющие войска тем или иным державам, конкретно ориентированные там, да, Швецию отдельно добавляют войска, Португалию там. Да, жалко, что нельзя захватывать. Так, что у нас тут? Клев. Королевство Клев. Освободить. Да нет, спасибо. Я уже наосвобождался. Вон, Швейцария мне войну объявила в тылу у меня. Будем теперь только занимать. Так. Так, так. Ну, успехи, конечно, грандиозные у нас. Француз поплыл, можно так сказать. Поплыл, поплыл, сдает позиции. Так, тут чинится. Здесь нужно бастион ставить по-хорошему. Так, давайте подытожим, что мы сегодня смогли сделать. Значит, в начале стрима мы перехватили французскую армию. У нас, вот видите, здесь даже значок Великой битвы. На самом деле, великий разгром французского ударного корпуса. То есть у нас тут засада была в начале стрима, кто видел, которая позволила нам на марше французов разбить просто залпами артиллерии, там, мушкетных огней. Вот. Далее. Подвел свою армию Наполеон. Сам Наполеон здесь стоит. Наполеон Бонапарт. Сохраняется угроза Загребу, а также Венеции. То есть вы видите, вот красным подсвечена область, которая может покрыть Наполеон со своим войском. То есть вот он может, вот во все эти области он сможет дойти следующим ходом. То есть он может ударить и Загреб, и Венецию. Также здесь у нас гарнизон ударный французский из 30 батальонов состоящий. Также неподалеку от Загреба. То есть угроза очевидное. Здесь француз больше не нападает. Один раз он получил по зубам. Мы разбили его кавалерийскую армию, я так ее называю, потому что там было 20 с чем-то эскадрон тяжелой кавалерии и там 10-15 батальонов пехоты. Гренадер. Штурмовой гарнизон, так скажем. Штурмовой корпус. Вот, и больше он не хочет штурмовать Тироль, пока он здесь перегруппировывается. Хотя здесь есть два ударных батальона в Мюнхене. Также мы высадились на Корсике, захватили Корсику, но остался ударный корпус французов, который будет штурмовать следующим ходом. Ну или стоять там, я не знаю, что он предпримет. В любом случае, я когда восстановлюсь, буду его бить, если он не соизволит атаковать. Далее, швейцарцы тут пытались, объявили нам войну, подло. Вот, мы их здесь разбили. Тоже значок Великой битвы, хотя там ничего великого не было, собственно. Говоря, швейцарцы потерпели позорное поражение здесь. На переправе бой был. Вот.
Ну и успехи в северной части, на северном фронте, так сказать, в центральной Европе. Взяли мы Клев. Клев. Брюссель и Страсбург мы еще на прошлом стриме взяли. Пока здесь укрепляем свои позиции. Кстати, по набору войск. Плохо бы тут гарнизоны обновить. Так, ну тут всякие шахты можно. Здесь нужен гарнизон. Изелёр. Так, вот кратко вот так вот прошел у нас стрим сегодня. Давайте посмотрим на политическую карту. Вот белым подсвечены наши территории. Вгрызаемся мы, так сказать, на Балканы. Мы не забываем, что мы воюем еще и с Османской империей. Они, правда, очень пассивно воюют. Они воюют, кстати, только с нами. С Россией и с Францией у них, видите, даже хорошие отношения. Вот. Французов поубавилось в Европе. Мы их так подсократили. Так что вот так. Подходите завтра. Часов, наверное, 8. Продолжим. Ставьте плюсики, подписывайтесь на канал. В Ютубе можете посмотреть предыдущие стримы, собственно говоря, начиная с самого первого стрима, где мы вот начинали с одной земли. Вот. Всем спасибо, всем пока, до завтра. Одиннадцать тридцать по Москве сейчас. Смерти, по-другому солнце светит. Теперь ты один из них. Ты проводишь в поединках на пропахшем потом ринге все ночи свои дни. Бои без правил, ни жалости, ни игры. Ни слова, ненависть смешая с кровью, наносишь врагу удар. Все получит победивший, проигравший станет лишним. Так было везде всегда. Бои без правил, ни жалости, ни игры. Бои без правил. Здесь места под солнцем нет.
Нет ни равенства, ни братства. Остается только драться. Ты не камень в чужой стене. Бои без правил, ни жалости, ни игры. Бои без правил, разбитые в кровь миры. Убей свой страх, дерись как хлеб, храни в себе голодный гнев, пока ты жив, никто не справится. Шаг все ближе край, смотри вперед, не отступай. Бросайся в бой и побеждай любой ценой. Сила, только честность, твой последний бой.